Да. They issued an investigation because, you know, they straight away blamed Russia. Киев, понимая серьезность тех фактов, которые появляются у нашего следствия, то есть потому что боевики Азова, понимая бесперспективность своей ситуации, они начали говорить правду, начали давать показания. То есть для Киева это правда неудобно, потому что слишком много преступных приказов отдавалось абсолютно открыто вот за этот период ведения конфликта. И ничего лучшего они не нашли, как просто уничтожить какую-то часть боевиков, а остальных, оставшихся, просто запугать, не дать им возможности говорить и рассказывать про те преступления, которые они совершали по приказу вышестоящего руководства. Ну, вы знаете, мы очень часто привыкли, когда нужно обвинить Республики Донбасса, не нужно никакого расследования, не нужно никаких доказательств. Это делается просто вот таким вот образом, просто берется и обвиняется. Поэтому здесь, конечно, от разных там лиц мы тоже слышали обвинения там как бы и в наш адрес, в адрес России, но тем не менее мы видим, что, по крайней мере, есть какие-то движения со стороны Инсекаон Гутериша о том, что нужно создать комиссию для того, чтобы провести расследование, что же на самом деле произошло. Вылится ли это, дадут ли ему, позволят ли, то есть не вобьют ли какие-то клинья, то есть вот на пути формирования такой комиссии, сможет ли он отправить сюда полноценную комиссию, чтобы они могли зафиксировать преступления украинского режима, мне неизвестно. Но, по крайней мере, заявления такие были сделаны, что, в принципе, уже в какой-то степени даже необычно. Обычно на это закрываются глаза. Здравствуйте, Чернявская Виталия Игоревна, юрист первого класса, официальный представитель Генеральной прокуратуры, а именно следственным управлением, возбуждено и расследуется уголовное дело. Направление удара, а также тип боеприпасов в настоящее время устанавливается. Извлеченные с места происшествия осколки боеприпасов направлены для проведения в настоящее время экспертиз. По данным следствия, в результате обстрела погиб 51 военнослужащий вооруженных формирований Украины. Ранения получили 142 человека. Уголовное дело возбуждено по факту совершения террористического акта. Да. Yes.